Спасибо. Приветствую вас на телеканале «Юрген». В эфире «Блокпост». Сегодня я вам расскажу, в чем таком нехорошем уличил чиновников в коме местный блогер. Особенности парковки слабого пола, фотообвинения сыктывкарки. И какой закон позволил с облегчением вздохнуть занятой молодежи. Блогер Прокушев продолжает разрубать финансовые дебри бюджетных расходов, а именно госзакупок. Блогер напомнил, что повлиял на отмену приобретения дорогущего авто для посредства коми в Москве. Назревает новый скандал. Любителей роскоши за наш с вами счет это не остановило. Они продолжали объявлять аукционы на люксовые автомобили. После чего мы направили более десятка обращений к главе с требованием разобраться с безобразием. Спустя почти месяц пришел ответ из агентства по управлению имуществом. Какую закупку они отменили, точно не знаю, надо смотреть. Сельхозтехника – это сильно. Главное, чтобы комбайны не купили. Ну, лично я не против техники для аграриев. Это ж не джипы класса люкс для сельхозполей глубинки. Лишь бы на закупе оборудования фермерам не наживались те, кто и выделяет бюджетную денежку. Блогер Ирва Шахова возмутилась особенностями парковки в столице Коми. Смотрите сами. «Мне так удобно», – заявила женщина-водитель авто. «Где хочу, там и паркуюсь». Причем она остановилась посередине дороги возле грузовой компании, где машинопоток большой. Минут 10 сигналили, а нашему водителю пришлось побегать поискать хозяина авто. Позор таким водителям. Уважаемые гаишники, а ведь это ваша работа – следить за неадекватными автовладельцами. Блогеры, конечно, помогут. Некоторые готовы были самовольно тросом подцепить и оттащить. Только это же не шибко законно. А у вас власть. И какая? Одна полосатая палочка чего стоит? Вот и постучите ею. Ну, вы поняли. Блогер Крылатая позитивно оценила закон об обязательном медстраховании в России. Старый, по ее мнению, изжил себя за 18 лет. «Мы, граждане, получили возможность сами выбирать страховое учреждение. Полис старого образца действителен до 1 января 2014 года. С 1 января 2012 начнет внедряться единая универсальная электронная карта. В ней будет зафиксировано право на большинство соцгарантий. Внедрение новых информсистем приведет к улучшению обслуживания. Нам удастся избежать очередей и бюрократии». Крылатая назвала изменения заметными и призвала нас все же не болеть. Согласна. А потому желаю вам, дорогие телезрители, здоровья, чтобы уже в четверг вам хватило сил посмотреть очередной выпуск программы «Блокпост». До встречи на Юргене!